20 миллиардов тенге из Национального банка будут направлены на льготное кредитование отечественных автомобилей. Первый транш в размере 14,5 миллиардов тенге уже перевели в три банка второго уровня. Остальные поступят до конца года. Программа автокредитования работает с 2015 года. Условия льготного займа остаются прежними. Можно приобрести автомобиль отечественной сборки стоимостью до 15 миллионов тенге сроком до 7 лет по 4% годовых. На выбор предоставлены 46 моделей авто от известных брендов. По данным казахстанских производителей, благодаря программе количество выпускаемых машин выросло за последние 4 года в 2 раза. К тому же льготное кредитование должно стимулировать население покупать новое авто. Ведь сейчас более 70% легкового транспорта старше 10 лет. И с каждым годом это число растет. Было реализовано 15 800 автомобилей на общую сумму 71 миллиард. При том, что размещено было 42 миллиарда на текущий момент за предыдущие 4 транша. Как вы сами можете посчитать, очень легко, то есть оборачиваемость средств пошла 70%. То есть на самом деле уже 70% средств уже прошли один оборот и пошли в следующий займ.